Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кириллов, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем на сервере Neviera Roleplay. Итак, друзья, это очень крутой RP-сервак, я здесь уже снимал первую серию, вроде бы вам понравилось, как бы. И вот сегодня снимаю новую серию, я решил здесь начать играть стабильно, так сказать. Я в ДПС сейчас, но сегодня будет не патруль, потому что онлайн маленький, смысла сейчас снимать патруль нету. Поэтому сейчас мы переодеваемся, чтобы я мог просто взять себе машинку. Потому что если вы не переоденетесь, вы не сможете взять тачку, поэтому мы переодеваемся и берем машину, чтобы доехать до автосалона. Я честно без понятия, где он. Давайте возьмем вот эту машинку. Кстати, какое у меня звание, я просто не помню. Так, блин, наверное, звание не пишется или пишется, стоп. Младший лейтенант у меня звание, я не помню какой там ранг, но, наверное, маленький, судя по всему. Ну ладно, так, заводим мотор. А можно фары, кстати, включить? Или как они там включаются? Ну ладно, так, давайте выезжаем и поедем в автосалон. Я, честно, без понятия, где он здесь. Так, а как тачку открыть? Ой, открыть ворота. Стоп, open. Команда не найдена. А как ворота открывать? Так, стоп. Команда сервера, так, фракция. Я же полиция, не, я в ДПС, по-моему, в ДПС Южного. Так. Так, забрать права, дать улики, на экспертизу, собрать улики. Так, как открыть? Так, начать, стоп, open. Тут есть как-то открыть забор? Так, что-то я запутался, как забор открыть? Как забор открывать здесь? Стоп. Либо тут надо выйти, открыть забор. Как он открывается вообще? Эх, ладно. Сейчас разберемся. Так, я узнал, короче, команду, точнее кнопку. Она тупо на кнопку открывается. Поэтому берем нашу приору и едем в автосалон. Купим машинку какую-то, потому что, блин, пешим такое ходить, знаете. Надо будет еще одежду купить, точнее. Так, стоп, заводим. Все, поехали. Так, на букву У открывается забор. Окей, он также закрывается на букву У. Или он сам закрывается? Да все, допустим, он, наверное, сам закроется или нет. Ну ладно, поехали, короче, в автосалон. Я стандартный автосалон выбрал, потому что, наверное, на премиум мне не хватит на машинке. Хотя, возможно, и хватит. А интересно, ДПСикам тоже штрафы приходят или нет? Вот это реально интересно, потому что, по-моему, на Амазинге, по-моему, нет. Ух, нихера себе деревья. Это, кстати, красиво выглядит, очень красиво выглядит. Так. Ну, сегодня, наверное, будем тоже, я на посту буду стоять здесь, наверное, патрулировать. Потому что, ну, 13 человек всего лишь, поэтому хотя бы онлайн, когда 50 будет, он вроде здесь бывает 50 и больше, поэтому тогда мы заснимем патруль, чтобы было поинтереснее. Я, наверное, еще бинт себе поставлю, чтобы было тоже интереснее. Хотя здесь команды же другие, поэтому, ладно, придется вручную все писать. Но все же. Давайте дойдем до автосалона, и там я уже включусь. Кстати, видите, здесь пишется, типа, когда Payday будет, через 5 минут активируется Payday. Это довольно-таки тоже прикольно. Ну, этот сервер славится своими плюшками. Как бы, и модпак здесь хороший. Кстати, IP и группа модпак будут в описании, поэтому заходите, будем играть вместе. И, возможно, вы, кстати, можете в патруль попасть. Я буду патруль снимать сегодня. Поэтому у вас есть шанс попасть в патруль. Так, мы уже поехали почти к автосалону. Хотя, блин, прикольно выглядит здесь Бусаева, так. Этот сервер постоянно меня удивляет. Ну, прикольный сервак, мне очень нравится. Так, давайте заедем сюда. Оглушим наш автомобиль. И пошлите посмотрим, что же здесь за машины есть. Так, ага, стоп. У нас, как там листать дальше? Так, стоп, что-то я запутался, стоп. Так. А, вот, листать дальше. Так, 500 тысяч, блин, ну, это хорошо, что я решил сюда ехать, потому что у меня и так денег не особо много. Я бы десятку купил, наверное. Ну, посмотрим, что здесь вообще у нас есть. В салон элитных машин я даже не хочу ехать, потому что нам по-любому денег не хватит.
Так, есть Шкода. Кстати, мне на Шкоду хватает, но, блин, она дорогая, блин. 800 тысяч у меня, это мои все деньги, короче. Поэтому, да, вот такие вот дела. Так, ну я хз даже что брать. 800 тысяч, блин, ну отдавать все деньги за Шкоду я тоже не хочу, поэтому все-таки придется что-то нам выбрать здесь. Красная, вишневая, вот такое. Зеленая. Приора тоже сколько стоит, приора, кстати? По-моему, 700 тысяч где-то она стоит. Да, 700 тысяч стоит приора, 500 тысяч стоит пятнашка. Но я на самом деле, наверное, десятку куплю. Просто куплю десяточку красную такую. Вот, и давайте купим ее. Так, количество. Ваше имущество, оплата боли, 15 дней. Стоп, мне нужен типа дом сначала нужен. Блин, вот это печально. Ну поехали, поищем какой-то домик, не знаю, обычный хотя бы. За 1300 можете съесть они или нету. Но давайте поищем. Так, у нас здесь есть, по-моему, квартиры. Либо это отель. Кстати, вот отель, по-моему, наверное, это он. Там еще квартиры, но что-то все красные, но я не думаю, что они все заняты, поэтому сейчас посмотрим. Ну, скорее всего, давайте квартиру, наверное, найдем. Чтобы как раз мне далеко было от ДПС. Посмотрим, что здесь есть. Так, ну какой-то магазин есть. Ну, прикольно, прикольно. Так, давайте зайдем, посмотрим. Квартирка здесь есть свободная или нету? Так, окей, так. N. Список квартир. О, есть свободные, по 3000 они все, окей. Так, меню жильца, показать квартиру. Так, продлить аренду, а как тут? Так, а вот регистрация в квартиру, все. Аренды 60 тысяч, окей. Так, меню жильца, продлить аренду. Так, 10 дней. Все, у меня теперь квартира на сколько? На 30 дней. Все, нормально, хватит нам квартирки на 30 дней. И думаю, теперь мы можем по-любому купить машину. И сейчас мы поедем к автосалону обратно. Кстати, я Калякина проезжал, там был один дом, но он стоит 1,5 миллионов. У меня столько денег нету, конечно же. Поэтому сейчас мы, я не знаю, наверное, десятку купим, либо еще что-то. Какую-то другую тачку. Такой пост у нас, но я думаю, мы не будем, мы будем стоять на мосту Южного, если буду патруль снимать, хотя сегодня, повторюсь, сегодня буду снимать патруль, поэтому заходи на сервак, и вы встретите меня, я встречу вас, вы можете попасть в видос, поэтому да, мостик такой здесь тоже прикольный, ну, все, короче, классно здесь, очень все проработано, каждая мелочь, деревья новые стоят и так далее. Сейчас, наверное, через Калякино поедем, так быстрее будет доехать в Бусаево, и купим, наконец-то, уже нашу первую машину. Вчера здесь какой-то мажор, видимо, живет. Вор 3-7 номера на Rolls-Royce. И тем более сам Rolls-Royce. Вот этот дом, какой я говорил, за 1,5 миллионов. Ну, блин, дороговато, блин, у меня столько денег нету. Поэтому сейчас мы едем покупать машину. Кстати, было бы круто, если полностью заселили Бусаева. Потому что Бусаева, точнее, стоп, это Калякина, Калякина. Чтобы заселили, было бы реально круто, потому что Калякина мне очень тоже нравится. Поэтому да. Ну, мы будем ДПСником, пацаны, ДПСником. Будем ловить нарушителей, там, может, погони будем устраивать. Я думаю, это будет у нас по-любому. Так, арендовали квартиру, платил... Кстати, у меня ЗП в ДПС 9 тысяч, довольно-таки неплохо. Хотя не знаю, какой ранг, наверное, второй, либо третий. Ну, я просто не разбираюсь в этих званиях, но да ладно. Все, момент истины, сейчас купим машину, наверное. Надеюсь, ну, квартира нам хватит, чтобы, типа, купить машину. Приора 700 тысяч, 350, так, 500 тысяч стоит пятнашка. Ну, блин, пятнашку я не очень хочу. Вот десятку бы я купил. Десятку бы я купил, ну и больше здесь ничего такого нету. Так, продается 6 штук. Ага, тут еще лимит на машины. Сколько десяток продается? А, тоже 6 штук. Ну, давайте я красную хочу, короче, купить. Покупаем. Есть, все, так. Вот моя малышка просто. О, красная, бестия. По мне этот цвет ей очень идет. Так, заводим нашу машинку. Сейчас посмотрим, как она едет, кстати. А как ключ? Кей, типа? Кей. Окей. Да, не, стоп. А, вот, вынуть.
Так, давайте заводим свою машинку. Все. Так, как там фары включаются? Я просто не помню. Я как-то фары включал и забыл как. Как-то здесь фары включаются, короче. Ладно, и так доедем. Блин, а вот что-то очень медленное. Ну, первая машина, пацаны, должен быть ТАЗ. Первая тачка должен быть по-любому ТАЗ. У нас сейчас, кстати, без номеров она. И номера интересные. Я могу получить ДПС именно? Или мне как-то надо, чтобы мне кто-то выдал? Это мне тоже интересно. Так, давайте максималочку ее проверим. Конечно, Приора бодрее ехала, но... Приора и десятка, конечно. Мне десятка больше нравится, хоть она такая заниженная. Такая прям сасная просто. Чирка, чирочка. Просто кайфовая тачка. Мне очень нравится. Вот десятку я бы именно и взял. Четырку я хотел, думал взять, но, блин, четырка уже как-то надоела, я на ней на Мазинге накатался, но вот десятка, я всегда хотел себе ее купить на Мазинге, но вот теперь мы здесь будем на ней гонять, и это очень круто. Блин, мой первый штраф на моей новой машине, блин, это сильно, конечно. Мы уже почти доехали, надо ее припарковать обязательно просто. Так, тут радар у нас стоит, два радара даже, поэтому не будем... штрафы, потому что потом платить их... Мне, кстати, 500 тысяч осталось. Ну, не знаю, может, в будущем что-то еще купим. Какую-то машину. По-моему, можно здесь одну машину иметь или нет. Я просто не помню. И не знаю. Поэтому напишите, кто знает, в комментариях. Здесь только можно одну машину иметь или нет. Мне просто это реально интересно. Так, какой-то дальнобойщик у нас здесь. Парень молодой. Так, давайте, может, в тюнинг заедем. Стоп. Там же есть тюнинг. Давайте заедем в тюнинг. Так, сейчас по-хитренькому так объедем светофоры. Блин, обратно штраф просто. Штраф за штрафом. Гидрить, мадрить. Да. Именно так. Я надеюсь, мы должны, по идее, да? Тут есть нито там поставить и так далее. Я думаю, должно быть. Так, вот у нас здесь тюнинг. Так, ремонт. Ладно. А тут есть кроме ремонта что-то? Или только ремонт? Хорошо, мы починили свою машину. А можно тут кроме что-то ремонта делать или нет? Там нитро поставить можно? Или нельзя? Нет, тут только ремонт. Ну ладно. Нитро здесь нету, диски тоже мы не влепим. Ну, возможно, это в другом месте делается. Но пока поехали к квартирке и припаркуем нашу машинку. Смотри, какая циркушка красивая, кстати, тоже. Блин, как мне эти радары задолбали, на самом деле. Эти штрафы, радары. Там гаражи есть. Там гаражи есть. Блин, я хочу себе гараж тоже. Так, поехали, поехали, поехали. Только не штраф, только не штраф. Так, аккуратненько. Там гаражи есть, давайте их посмотрим. Может, я сегодня дома как раз гараж здесь куплю. Я не знаю, сколько он стоит, но давайте посмотрим. Так, давай, давай, давай. Ну, блин, да завод должен быть с гаражом по-любому, понимаете? Ну... Это само собой должно быть. Так, давайте посмотрим, почем здесь гаражи. И есть ли там вообще свободные, если они недорогие. Так, давайте поближе сюда. Так, по-моему... Так, видимо, здесь есть гаражи, да? Стоп, сколько вот этот гараж стоит? Сколько? Лям 600? А можно подешевле? Нет, походу все за лям 600, да? Блин, а чё так дорого? Это уже чей-то гараж, да? Да, это уже чей-то гараж получается. Эх, купил, блядь, гараж называется. Блин, а чё реально так дорого? Чё такие гаражи дорогие? Я вот не понимаю. Ну ладно, в принципе, может, когда-то, возможно, мы накопим на гараж себе. И на дом. Хотя, если у нас будет дом, нам нахрен не нужен будет гараж. А на диспетчер появились новые улики с места убийства. Хм. Блин, тут так все прикольно тоже сделано. Так, давайте тогда паркуем свою машинку вот здесь, прям вот так вот. Парк, да, команда. Все, наша машина припаркована, глушим ее. Ну, вот такая вот была серичка, пацаны. Себе купили квартиру, машину. И ждите патруль. И обязательно заходите на сервер Райти, IP группа Модпак в описании. Всем пока-пока. She was from the south side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.